Безумцы-коммунисты, экс-зверье, обохвалились награбленным бессудно. С трибуны эшафота их вождь ощерил рот, на жертву лжет картаво и сугубо. Не думали, не ждали всей беды, но Бог сорвал у совести запоры. Был крестный ход, сломало вдруг кресты, то означало, что возмездие скоро. Нельзя не ждать чумы во время пира, не пожелать огня для садомитов. На бывшее посмотрим много шире, не зря же тварь стена этой томится. Как прежде Ной качался на волнах, земля же вся подводная могила. На звере блудница и чаша, что полна, великой мерзостью ведь столько лет копила. Нет выхода, отчаяние охватит, кому не все равно, как доживать. Бессили руки, ноги станут ватой, настолько явный ад, как дважды два. Счастливцы, кто уверовал в Христа, кому открыта тайна благовестия, и свет в ночи нездешний облистал, познали высшие из Библии, не в прессе. Расстреляна отступница страна, и будет встреча жертвы с палачами. Да, там не будет ружей и гранат, к престолу белому история причалит. И страшно, неподдельно удивятся заплечных дел все выкормыши зверя. Теперь у них оковы на запястьях, взглянуть на мучеников в страхе не посмеют. Наступит вечность. Но палачей мне жаль. Иду к ним с Библией, с закладкой о суде. Как тяжела апостолов скрижаль, монахи иноки. Да полно вам сидеть! 5 марта 2006 года.